Я встретила путешественника Кино, когда еще жила в стране, где родилась. Мне было 11. Если честно, то я не помню, как меня тогда звали. С завтрашнего дня ваша дочь станет взрослой. Поздравляю! Поздравляю! Помочь детям вырасти – главная задача взрослых. Папа, мама. Что такое? Ты что-то хочешь сказать, дорогая? Точно! Это ведь последняя неделя. Так что, думаю, даже наши гости не будут против. Но на самом деле я не хочу, чтобы меня сделали взрослой при помощи операции. Может быть, есть какой-нибудь другой способ, чтобы я могла стать взрослой и при этом оставалась сама собой? Тупая дура! Как ты смеешь такое говорить? Мерзкое создание! Как ты смеешь оскорблять священную операцию, благодаря которой мы стали такими замечательными людьми? Что за чушь ты несешь? Ты что, оскорбляешь нас, взрослых? Глупая девчонка! Ты опозорила нас своей безумной просьбой! Мы собираемся избавиться от этой девочки. Что вы сказали? Мы избавимся от нее. Это дитя отвергло нашу великую операцию и восстало против своих родителей и своих хозяев. А дети во все времена являлись собственностью своих родителей. Родители производят их на свет, поэтому они имеют естественное право избавляться от продукта с дефектами.